18 февраля Республика Адыгея отметила 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого памятного события жители района почтили память одного из участников этой страшной истории, чей памятник воздвигнут в районном центре. Это герой Новопрохладненского боя Хасан Хамосович Мелитуков. Участниками митинга стали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, работники бюджетной сферы, представители общественности и средств массовой информации. 18 февраля 1943 года последний уцелевший вражеский солдат был изгнан из нашей родной республики. 77 лет назад наша малая родина была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас мы находимся у места захоронения Хасана Хамосовича Мелитукова из аула Кашикабль, геройски сражавшегося с фашистами. В единоборстве с карателями он уложил десятки гитлеровцев и погиб как патриот-герой. Взбешенные оккупанты, вопреки законам войны, обезобразили штыками героя. Они не дали дожить ему совсем немного до освобождения родного аула. И через полтора года, 1944 года, у здания Кашикабльского райкома партии и райисполкома был воздвигнут этот памятник. Присутствующие почтили память Хасана Хамосовича минутой молчания и возложили цветы к его памятнику. Подрастающему поколению сегодня очень важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Быть благодарными за него и гордо нести славу нашей победы, чтобы ни один герой не был забыт.